Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская «Комета» – финалист юношеской хоккейной лиги. Первый матч двухсерийного поединка у казанского «Акбарса» спортшкольники ЦСКА ВВС выиграли с трудом. Основное время закончилось ничьей – 2-2, хотя по ходу встречи «Комета» вела в счете. Исход матча решил точный послематчевый буллит Жавахира Расулова и надежная игра голкипера Кирилла Арнаута. У нас вратарь спас нас, можно сказать. Вышел прошлый капитан, который был до этого, забил гол. Разобрался в эту рему, все. «Акбарс» – более опытная команда. 2 года назад спортсмены казанского клуба из континентальной хоккейной лиги на первенстве России завоевали серебро. Год спустя заработали бронзу. Однако новичок ЮХЛ «Самарская комета» доказала, что и лидеров молодежного хоккея можно побеждать. Это захлестывают эмоции, ребят. Просто захлестывают, играем финал. Не выполняет до конца нашу установку тренерскую. Это раз. А второй момент, где-то надо, чтобы и везение присутствовало. Так. И вратарь неплохо, хорошо сыграл у Самары. У новичка в большом хоккее «Самарской кометы» планы амбициозные. Победа на турнире в Поволжье и во всероссийских соревнованиях. Суперсерия пройдет в начале апреля в Бердске Новосибирской области. Аппетит приходит во время еды. Будем стараться занять как можно выше места. От первого места мы не откажемся, естественно. Вторая заключительная игра поволжского финала ЮХЛ пройдет в четверг в 19:00 на ипподром-арене. Если победит «Комета», она абсолютный чемпион. Если «Акбарс», то кубок достанется той команде, у которой будет лучшая разница забитых и пропущенных шайб в серии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.